8 сентября Донецкая филармония вновь приглашает юных зрителей на новую программу из цикла «Сказки с оркестром» «Калиф Аист». Загадочная история по мотивам произведения Вильгельма Гауфа прозвучит в исполнении Виктории Степановой и Академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева под управлением Владимира Заводиленко. По-настоящему сказочную атмосферу создаст музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Равеля и Амирова. Подробности в кассе и на сайте филармонии.